В Ярославле проверили ход строительства школы с бассейном. Объект по Московскому проспекту 121 на сегодня готов примерно на 31%. Строители возводят монолитные конструкции первого этажа, устанавливают перекрытие и выполняют каменную кладку стен. На объекте монтируют внутренние и наружные инженерные сети, электроснабжение и вентиляцию, водопровод, канализацию, тепловую систему и коммуникации бассейна. Школа на 1100 мест будет состоять из 5 больших блоков, соединенных теплыми коридорами. По проекту предусмотрены 3 лифта, в том числе для маломобильных учеников. Строители идут в соответствии с графиком. Здание планируют сдать в декабре. На 100% выполнены внутриплощадочные сети. Полностью завершен нулевой цикл. Производятся работы по устройству монолитного каркаса первого этажа и второго этажа блоков старших, младших и физкультурно-оздоровительного блока. Отмечу, школа площадью более 25 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 1 200 000 рублей возводится по нацпроекту образования, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Теперь в регионе образовательные учреждения стараются строить по новым правилам. Ну, сейчас мы стараемся строить все школы с бассейнами. Как минимум мы их уже начинаем проектировать только с бассейнами. Сейчас в регионе еще одна большая школа строится тоже в Ярославле. Мы скоро начнем строить школу в Брагино. Строится школа в Заволжье.